Всем привет! На вашем экране орхидея Willow Шоколад. Я, конечно, понимала, что это не очень крупная орхидея, но чтобы настолько, чтобы у нее цветочки были 2,5-3 сантиметра, это просто нечто. Может, это просто первое домашнее цветение, поэтому не надо судить по первому цветению. Но все же хочу сказать, что орхидея такая интересненькая и чудесная, напоминает мне мед. Почему у меня такая ассоциация, не знаю. Это азиатка. Получала я ее от Виолетты по весне. И вот в течение там нескольких месяцев она зацвела. Распустила пока 2 цветочка. Еще есть у нас 2 бутона. Орхидея, видно, подросла. Сейчас я опускаю камеру, мы посмотрим, как она себя чувствует в своей посадке, какая у нее розетка. Ну и немного расскажу о том, как я за ней ухаживала. Розетка. Вот такая вот розеточка у нее небольшая. Я думаю, сама по себе орхидея не очень крупная. С некрупной розеткой. Может быть, это первые года, а со временем она вымахнет до нормальных размеров. Все зависит от того, насколько мы подкармливаем листовую массу. Азот отвечает именно за наращивание зеленой массы. Растит орхидея листочек. Недолго она у меня была в мху, и я ее пересадила в транспортировочный горшок. Видите, у меня какие большие воздушные карманы. И, как правило, видите, зелененький кончик. Я заметила, что очень любят орхидеи, когда у них есть такие воздушные карманы. Раньше я впихивала корни, старалась, чтобы заполнить грунтом горшок, чтобы не было даже продыха. Для того, чтобы корни у орхидеи не пересыхали. А теперь со временем понимаешь, что это все было зря. Сейчас я вижу, что и вы видите, что у этой орхидеи нет боковых отверстий на горшке. Поэтому вот такие воздушные большие карманы, чтобы орхидеи корни дышали. Орхидеи все нравится, она цветет, растет листик, но и наращивает корни. Уход очень простой. Орхидея поливается проливом, душем. Ну, можно ее так минут на 15 замочить. Вот такая вот у нее шея. У меня какое-то было поначалу сомнение. Думала, может быть, перейдет в болячку. Но нет, орхидея здорова, все с ней замечательно. Нравится ли мне орхидея Willow Шоколад? Ну, наверное, сказать, что я прям вот без ума от этого сорта, я не могу. Но для разнообразия в коллекции орхидеи должны быть разных размеров. Ну вот и все. Сегодня я рассказала про орхидею Willow Шоколад и поделилась своим мнением, своими наблюдениями за этой интересной маленькой орхидеей. Всем вам говорю, до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.